Извините, какие-то ребята. Вы спросите украинцев, чья она территория? Украинская. Это во-первых. Во-вторых, я, как считаю, уже не единожды говорил, не время и не место сегодня эти проблемы обсуждать. Что касается единства Украины, вы слышали заявление президента, я думаю, он свое слово сдержит. Украина должна быть единым, целостным государством. И будет таким. А Крым? Спасибо. А Крым, а Крым Украина? Это вы украинец? Вы мне вопрос задаете. Вот езжайте в Крым и договаривайтесь о том, чтобы Крым был украинским. Не теряйте его. Хорошо, спасибо.